Чебоксарах перед судом предстанет женщина, которая в феврале этого года выкинула в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка. Девочку обнаружили в мусорном контейнере по улице Энгельса. Ее сразу же доставили в больницу. На место выехали следователи и криминалисты, которые и вычислили злоумышленницу. Женщина во всем созналась. По версии следствия, обвиняемая скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка около 6 часов утра 2 февраля, она решила от него избавиться, обернув пододеяльник и выбросив мусорный контейнер при температуре окружающей среды около минус 20 градусов. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемой невменяемой не установлено. Кроме того, по инициативе следователя органы опеки и попечительства обратились в суд с иском о лишении ее родительских прав в отношении потерпевшей, которая в настоящее время определена под опеку. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по предъявляемой ей статье – 5 лет лишения свободы. С девочкой, к счастью, все в порядке.